Знаю. У нас распаковка шлема из Италии. Нет, смотри, в коробке. Все фирменное, нормально. Там сбоку что-то написано. А, это Esposto. Ну, последние секунды. А что ты по центру не снял? Еще и в мешочке, да? Конечно, в мешочке. Сейчас посмотрим. Красавец такой. Во. Такой хотел? Почему он белый? А ты какой заказывал? Он белый, черный он. Черно-белый. Ну давай ты вытащи его весь. Если белый, мой будет под мой этот. Сзади черный, видишь? Нет, я вот. Ну ты его, что ты так мотаешь-то? А это что, не черный что ли? Ну это черно-белый, а тут должен быть черно-красный. Черно-красный должен быть. Нормально. Ну все. Обманули. Надевай. И этот должен быть темный. Ну ты снял, сними, может, он внутри темный. Это наклейка. Не-не-не, вон смотри, вон это. Наклейка. Надо с ними это. Обманули, да? Попадаться, короче. Может, маленько денег вернут. Ну-ка, как по размеру. Как раз? Угу. Все нормально. Закрой этот. Посмотри сюда. Все. Какой это размер у тебя? Что тебе не нравится? Размер какой? Я заказывал такой. У него просто куртка красная, и весь он, и мотоцикл красный. И как бы. Ну, будет вместе. Твой мой белый шлем, твой белый будет. Скажи, сколько, какой размер? Элька. Ну, он мне как раз, я думал, большевато даже будет. А почему горнолыжники никаких шлемов? Да, можно купить, я думаю.